Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и у нас вышло обновление, да, и много чего, ну, в общем-то, нам добавит. У нас добавится два новых супергибрида, один уже, в принципе, у нас известен, какой это будет птерозавр, добавятся еще водные существа, и, короче, много чего добавится, так что, чтобы не пропускать новости, не забывайте заходить на вкладку сообщества, вот, ребятки, на канале YouTube. В общем-то, как видите, у нас две ячейки для супер ДНК. И вот у нас Топексалозавр. Это у нас будет первый гибрид. Топелозавр плюс скалозавр. Да, это первый супер гибрид. Второй пока что неизвестно. Показатели у него так себе. У нас также в коде 19 появится новая игрулька. Ну, в общем-то, на вкладочке можете все почитать. Гоуфиозавр — это наш сегодняшний герой, как вы поняли. Потом у нас еще будет легендарный Тусатеутис. Тусатеутис, короче, кракен какой-то. Да, показатели тоже что-то какие-то странные, мне кажется, их просто еще переделают. Также у нас будет какой-то виповский или эксклюзивный проктоптодон. Ну, тут картинка неправильная. Это вообще-то у нас такое австралийское кенгуру. Такая вот тварь здоровая будет. Так что, ребятки, не забывайте заходить на вкладочку сообщества, да? Ну, а мы сейчас, ребятки, перейдем к нашему сегодняшнему герою. И вот такой вот у нас сегодняшний герой. Перед тем, как мы продолжим его прокачивать, ребятки, давайте немножко расскажу вам, что это за тварь такая. Сегодня у нас на обзоре небольшой плеозавр, обитавший в морях раннего юрского периода 182-175 миллионов лет назад. Это гауфиозавр, который переводится как ящер Гауфа. Он был назван в честь Бернхарда Гауфа, ну а точнее его музея, в котором он долгое время хранился как экземпляр и не был описан. И лишь в 2001 году был описан его первый вид — гауфиозавр занони. Сразу стоит упомянуть, что есть три типовых вида гауфозавров. Это гауфиозавр занони, гауфиозавр томистомимус и гауфиозавр лангирострис. Гауфиозавр — это плезиозавр среднего размера, достигавший от 3,5 до 5 метров в длину. И череп у него был примерно 430 мм. Характерной чертой их была удлиненная шея, которая была вдвое длиннее, чем сам череп. В 2011 году был описан второй вид гауфиозавра, а именно томистомимус, который был в длину 4,83 метра. Удлиненная морда держалась на длинной шее примерно с 34 позвонками. В передней части челюсти находилось 7-10 предчелюстных зубов, что было довольно нехарактерно для раннеюрских плезиозавров. Тонкая морда и характерное строение зубов указывают на его рыбную диету. Тонкие длинные зубы имеют мелкие продольные хребты, что позволяет хорошо и цепко удерживать мелкую добычу. И давайте сейчас детальнее остановимся на одном из его подвидов, а именно гауфиозавр лонгирострис. Его также называют еще макроплата. Макроплата была классифицирована как плезиозавр, а именно ромалиозаврид, но у нее есть черты, характерные для плезиозавров, в частности шея, которая была в два раза длиннее черепа. Макроплата — это как промежуточное звено между длинношеями плезиозаврами юрского периода и более ранними нотозаврами из триасовых отложений. Ну а в действительности же она была предком как плезиозавров, так и плезиозавров. Итак, теперь, когда мы немножко познакомились, да, мы также, не знаю, сказал или нет, это был, в общем-то, один из первых таких вот супер-пупер крепких, крепких рептилий, вот у которых были такие большие и сильные, развитые, короче, передние ласты, потому что это у нас очень древняя тварь, и она у нас вот... По идее, да, ее предки были такие недоразвитые, более слабые, более медленные и тому подобное. У нас тут даже такой хвостик в виде ласты, ну и довольно длинные передние ласты. Давайте прочитаем, что нам пишут здесь. Первый гауфиозавр был найден в залежах
Так, посейдонийского сланца в 19 веке, да, мы знаем. Несмотря на то, что гауфеозавр был открыт почти 200 лет назад, его не считали новым видом динозавра вплоть до 2001 года. Он вообще там лежал в залежах музея, пока не описали его первый вид. Достигает 3,5 метров, относится к средним размерам. Ну, вообще-то 3,5 метров это был первый экземпляр, который был у нас еще подростком. Второй уже гауфеозавр, гав что-то там, был уже почти 5 метров, да? Ну и четвертой части мы пока что, ребятки, не знаем. Так что давайте сейчас будем что делать мы. Вот такой вот у нас, блин, слабоват. Ой-ой, совсем слабоват, конечно, ребятки. Давайте сделаем, сейчас его покормим. Блин, прям так разогнался. Ладно, создадим сейчас 20-го еще одного. И пойдем сражаться. То есть у нас есть там еще водный турнир, конечно же. Но он просто слабый. Нам, скорее всего, некуда будет его туда втулить. Ну, сейчас я его создам, так сказать. И посмотрим, на что он будет способен. Вот такой вот. Вот. Да, анимашка похожа как там у лептоклеидов и прочих вот таких вот существ. Так, ну что, давайте будем искать ему противника на PvP-шной арене. Так, и он у нас свирепость по атаке. По рифам давайте сейчас смотреть. Он у нас даже лептостеге уступает. Так, где наши эти гауфики? Вот у нас гауфики. Так, если берем рифового, да, нужно посерединке взять кого-то водного. Водного, но довольно-таки хилого, да. Ну, вот что-то типа плезиозаврика, да. Кстати, да, вот представители являются предками этих же плезиозавров. Всего длинношеевого семейства, да. И плезиозавров, и плезиозавров. Так, ну вот так давайте пойдем. Так, запоминаем, какой противник нам попадет. 120, 280 и 300. То есть последний самый сильный, но в принципе нормально. Давайте укусим, ёшкин ты кот. Туда просто с разгону заплывут все три моих гауфеозавра. В эту бездонную пасть. Он хапристится. Так, он подменяется. Это хорошо. Так, но мне желательно его именно пробить. Ну и я уже это, в принципе, выполнил. Раз, два, три. Ух ты. Даже еще и баллы у меня остались. Посмотрим, какой он. Жду с нетерпением увидеть его парусность, да, на максимальном уровне. Но нам нужно немножко посражаться. Пробиваем его. Вообще шикарно идем. Гауфик у нас двоих убил и одного конкретно так ранил. Я бы даже мог, наверное, защититься при желании. Какой слабый Анхапристис. Противник, походу, покинул. Покинул этот бой. Гауфеозавр, в общем-то, торжествует. Да-да-да, Анхапристис, короче, с нами согласен и помахал своей пилой. Молодец.
Мауизавр. Да. На суше у нас майязавр. Под водой мауизавр. И 150 генов у нас в кармане. Так, давайте тогда мы что сделаем? Так, мясо созрело. Давайте-ка мы... Ну, что ты нас не туда куда-то бросила? Создадим еще одного 30-го. Пойдем двумя 30-ми сражаться. Так, ну, блин, слабенький легендарный, да? Довольно слабенький. Ну, точнее, классический, как тираннозавр, астафрикозавр, вот с тех, короче, времен. 364 сила атаки. Так, идем на ПВП. Гауфиозаврик, выходи. И теперь поверхность. Так. Мозика можно примерно туда втулить. Давайте будет мозик. Так, у нас 300-400 сила удара. У противника первых два. Ух ты, 500. Первый самый сильный. Два удара. Блин, 2-2-2-2. 1100. Наверное, стоит укусить один раз. За два, надеюсь, я его пробиваю. А может, конечно же, и нет. Какой длинный и большой, да? Ну, кстати, да, у нас гауфиозавр все-таки ранний. Не представитель. И потому он... У нас такой довольно мелковат. Плезаврик ты наш. Ха-ха. Фигушки. Так, теперь, думаю, стоит перенести. Да, мы вот сейчас... Ух, 666. Раз, два, он труп. Раз, два, думаю, хватит. Оу, да. Атака на 5 из 6. На 5 из 6. Раз, два. Ах, видите, не пробиваю. Да. Не хватало. Так, и псевдодермушка у нас тут. Псевдочерепашка, да? Атака на все 5 и легкая добыча для нашего гауфика. Это как этот... Пес, Гуфи. Гуфи, да? Гуфи, а у нас Гауфи. Но такая у него довольно тупорылая какая-то морда. Вроде как и длинная, вытянутая, да? Но не такая острая. Ну, хотя на фотографиях, да, там такая острая морда, как у Тинокромерума. И неплохо, 375 генов. Отлично. Давайте мы сейчас вкачиваем на максимум гауфика. И он у нас превратится в какого-то дракона. Или есть такой, есть морские коньки, морской дракон. Разновидность морского конька. Вот там, наверное, что-то подобное.
Вот такой вот у нас, ребятки, гауфезавр. Ну да, как вот тот морской конек, про которого я вам говорил. Морской дракон, по-моему, правильно так называется. Ну, давайте будем смотреть вблизи на него. Вот такой вот дракошка, ребятки. Давайте его докормим. На 40-й левел. И смотрим, 1600 у него на 500 с копейками там, да? Он чуть уступает тираннозавру по своим характеристикам, да? Так, ну что? Не знаю, давайте смотреть, что у меня здесь есть. У меня есть вот эта вот ерунда. Но здесь ёшкин кот очень сильные твари. Но давайте попробуем. Почему бы и не попробовать? Возьмем сейчас, я просто возьму сейчас самых сильных. Допустим. Кранозавр, кранозавр. Будем кого контрить? Допустим, Артакантуса возьму. Возьму Ромалиозавра, да. У нас же, как вы помните, относили к Ромалиозаврам. Один из подвидов. Ну и попробуем сейчас взять, не знаю, что из этого получится, но хочется как-то уж дать ей шанс попробовать. Там тили-тили будут идти, будут, ой, тили-тили будут бить на 3 косаря почти, да? Ну попробуем. Но ничего, ничего, мы справимся. Продержимся как-нибудь. У него там и Ромалея есть. 3. Атака на все 3. Хорошо. Ой, там кранозавр больно бьется. Раз, два, раз, два, три. Так, давай, 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 давай. 4 балла. Ну что ты сделаешь? Атака на все 4. Отлично. Раз, два. Раз, два, три. Давай, дракончик. Блин, правда, надо было его, наверное, последок оставить. Но он меня, по идее, не должен сейчас проатаковать, конечно же. Он не проатаковал, и все-таки, наверное, суперка. Смотрим на суперку. Отлично все получилось у нас. Еееее! Так, ну, надеюсь, скриншотик у меня сделался. Вот так вот. Так, ну что, давайте теперь мы дооткроем это все дело. Так, давайте возьмем хайнозавра. Вот так вот, вот так. У нас снова такая картиночка. Кстати, мне предыдущая уже нравилась больше, как-то с вертолетом тираннозавр. Решили опять эту вернуть. Неужто ли кто-то просил? Ой-ой-ой, какая слабая псифодерма. Даже не буду защищаться. Ну, это вообще такая, наверное, изи-катка сейчас получится. Хотя, не факт. А, как раз отлично. Ха-ха, псифодерма была тут самая живучая. А мы ее пробили.
Так, ну теперь давай, геозавр, отвечай нам чем-нибудь. Ой, да ему нужно потратить все свои баллы. Ладно, не все. 3 из 4, чтобы пробить. А там хайнозавр идти летили, тролливали, легко все разрулит. Вот так вот. Так, и артакончик. Артакончик ничего не захотел делать, и думаю, это ему погибель. О, да. Готов и последний бой. Так. Давайте вот так пойдем. Кусь. И больше... Не, меньшую часть жизни снесли. Черт подери. Но, опять же, это нам совсем как-то и не страшно. Ромалиозавр. Всего лишь один он поставил. Вообще идеально получилось. В HP. Ну и все. Хана. Блин, какой здоровенный бананогмиус против хайнозавра. Мутант просто какой-то. Развлекается Генодус, выходит Эдестус и его съедает Дунклеозавр. Ну, лучше был бы он, правда, не Дунклеозавр, а Мазастей. Дунклеостей и Мазазавр Мазастей. Ну, чтобы было начало. Правильно. Так, ну да, Эдестус по размерам, короче, нифига не уступает практически. Натаран. Красные, залитые кровью глаза. Но двойной ряд зубов, короче, порешал. И броня. Так презрительно посмотрел на труп своего противника. Была легкая победа. И мы получаем еще смилодончика, ребята. Отлично, ну давайте еще мы заглянем в подводу к нашему сегодняшнему герою. Да. Жаль, что его здесь нельзя никак подраконить. А, так, мы же четвертую эволюцию не прочитали. Такая длинная и тонкая морда, как у гауфиозавра, большая редкость среди плезиозавров. Ну, это у нас такое промежуточное звено. Ага, вот так вот. Ну что, ребятки, на этом, в общем-то, серия заканчивается. Всем, кому понравилось, не забываем поставить лайк под этим видео. Кто впервые у нас на канале, подписывайтесь, будем рады. И до скорых встреч, ребята. Всем пока.